останется, мы с вами чуть-чуть вперед. Вот. Так бывает. Чуть-чуть. Опять я вас не познакомил. Хотел познакомить вас с этим. Это часть, как называется, это часть каталога по саженцам. Не мой, как по семенам, а по саженцам Сергея и Татьяны Железовой. Вот. И чтобы вы знали, эту фотографию я делал своими руками. Это вам не это, не из интернета. Вот. Это настоящая квинти. Я, правда, с Украины привез. Вот. Сейчас я вас еще раз познакомлю со своей помощницей, это очень важно. Да, поздравьте меня. У меня купили наконец-то один нож из этих. А поздравлять надо с вот этого товарища. Вот он, волшебник. Ну, правда, если один нож за 2 месяца продан, тут особо радоваться нечему. Юля, поговорим. То, что я вижу простыми глазами, плюс спасибо, что есть микроскопы. В 5 классе я сел за микроскоп. Мне дали луковицу. Я увидел впервые в жизни, до сих пор перед глазами эта клетка стоит. Пленочку снял с луковицы, как учителя научил. В 5 классе меня сельского этого, нас там десяток сельских детей привезли в город Владимир-Волынский. Вот. Уже более-менее такую школу современную. И у 5 классников дали микроскоп. Я в микроскопе впервые в жизни увидел клетку вместе с мембраной, с этим самым, с ядром. Все увидел. Вот. И если бы еще тогда кто-то объяснил, что чудо жизни там, в ней, и нам даже трудно себе представить, какой сложности все это. И что нельзя исключать, что вот эта дурь, которую приучили, что мы из грязной лужи путем слепания созданы. А откуда тогда должна быть или честь, совесть, ум, достоинство, щедрость? Что-то я проповедники, что ли, уже меня это запишут скоро. Вот, Юлия Сергеевна Мельникова. Вот. Вот это Сенька, тот самый, с которым сейчас разговаривали. Ну, это был разговор так, по ходу. Вот тот самый, который сейчас копит деньги на этот самый, на... Как он называется, господи? На самокат. Вот. А суть, ладно, скажу. Дали ему самокат, уговорил, чтобы там покататься 2 недели в этом центре. Там полная изоляция. Не взяли самокат, сказали, дети будут завидовать. Он стоит, чуть не плачет. Все вот так, окружили детей, чтобы 20, половина мальчиков. Вот. Он говорит, я всем дам кататься, я всем дам. Ну, так хотелось, чтобы там на самокате. Не положено. Ну, это, видимо, есть какие-то правила, ладно. Сказали, что будут другие завидовать. Лучше ни одного самоката, чем это. Все дети по очереди кататься будут. Вот сейчас как раз Юлия спрашивала. Вот. Ну, это так, к слову. А сейчас он копит деньги на самокат. Вот. Если у кого-то есть лишняя сотня, пожалуйста. Никто не обидится. Заготовка. Я просто почему ближе знакомлю? Уже не раз знакомил. Так. Это заготовка косточек. Да. А нормальная работа. Вот. После сушки. Эти же косточки. Так. Вот. Сеньке 8 лет. Это было недавно. Это было в мае месяце. Поздновато. Но земли не было. Вы представляете, нет земли, чтобы мы картошку посадили. И мы уже калечим этот. Тут маленький участок для детей. Вот он, маленький-маленький. Чуть-чуть заросший. Вот. И решили хоть 0,5 ведра картошки вырасти. Но это и учеба для ребенка. Это же здорово, да? Вот. Ну, я выбрал фотографию поэффектнее. И теперь она будет не просто, если со мной что-то случится. А я предусмотрительный, я не это самое, я не как называется, не мнительный, нет, я предусмотрительный, вот. И пусть она будет фамилия Мельникова, а пусть у нее будет псевдоним Мельникова-Железова, иначе к ее никто не поверит. А уж доказать куча фотографий, что она действительно это, и сада Железова. Так, смотрите, это все надо продавать.
Это все надо продавать. Вот. Это не имеет равных на всей планете. Вот. Это настоящая цена вот этого. Миллионы долларов. Это без преувеличения. Другое дело, что мы же привыкли топтать свое богатство. Свое все, все, чем мы на это. Вот. Вот это вот, к слову, знаете, когда мы взяли вот это, вот, когда мы взяли, посадили, я выпилил старые абрикосовые деревья и посадили молодежь. Надо. Те деревья захватили все это небо, ничего не растет. И вот вокруг получился как бы квадратный метр, вот так вот, метр полтора. Это же насыпной холм. А он еще не успел зарасти. И тут же бах, и это. И тут же полезли отовсюду эти самые сеянцы абрикосы. Их никто не садил, это самосел. У меня таких фотографий много, может потом объясню. Я говорю, Юля, выщипывая вокруг траву, я попросил не косить вот это 2 квадратных метра, не косить. А то бы скосили бы автоматом. Потом, может быть, как... Ну, нету в семье лишнего рубля. Вот. Здоровье работать не позволяет, имеется в виду работать так, ну, как положено. Тогда получается, я говорю, а может быть осенью, вы знаете, наш рынок пуст, ребята, пуст, пуст, пуст. Вот. Кроме этих, подошло до того, что исчезли даже те бабушки, которые выкапывали из-под яблони яблоню, из-под абрикоса, часто дикие, из-под абрикоса абрикосы, из-под сливы сливу, вот, и тащили на рынок. Когда-то их у них покупали. Пусть дешево, но покупали. Сейчас нет ничего. Только вот я показывал машины из Киргизии, номера киргизские, вот. И он еще запрещает мне снимать этот же самый киргиз, вот, потому что его надо продать, а люди ж ни хрена не понимают, что для них Киргизия это, видимо, севернее России, и все по барабану. Берут, покупают у них. Я ей сказал, вот эти вырастут, сами вырастут. Только не дать их полностью, чтобы травой забил. Попробую осенью продать на рынке. Или весной, весной. Осенью брать не буду, конечно. Вот. А пока что, еще раз, если меня не будет, надо все продолжать. Прошу брата моего с Костромы, в Костромской области, поддержать. Потому что за этим тянется такой шлейф детей. Своих, не своих. Это вот. Без этого их не вырастить. А кто поверит? Вот только ради этого. Это не грустная нота, а оптимистичная, что жизнь продолжается, что я обучил вот этого человека всему, чего сам умею. Вот. И будет торговать, и будет продавать. Все знает, все умеет. Вот это, пожалуйста, я надеюсь, все меня поймут, и я могу спокойно жить и даже не жить, лишь бы только знать, что удастся это с помощью вот этих самых бесценных материалов, вот, взять и еще продержаться хотя бы несколько лет. Ну вот, теперь я все высказался. Антон не успел ответить. Удивительный человек Антон Колесников. Ну ничего, я до вас еще доберусь. Я до вас еще доберусь. Я до вас еще доберусь. Я так вы меня удивили своей этой щедростью. Я просто поражен. Все, наше время истекло. Мы сейчас с вами, друзья. Вот. Да, не забывайте все-таки, что... Ладно, все, рекламу не буду. Итак, ну как тут письмо пришло, вот сюда. Идем в ту комнату и остаемся на 5 минут. Все, наше время. Так, ну, друзья, сейчас. А, значит, пока нас по минимуму, ну что, зима придет, людям будет делать нечего, уши развесят. Он, Юрий Железов, самый первый. Интересно, у нас ни хрена не работает этот в деревне интернет. Наверное,
Моей Юли здесь нету. Но зато Александр Алексеевич Ребрик на месте. Вы знаете, когда среди нас есть вот этот человек, Александр Ребрик, о, я вам скажу, я себя больше уважаю. Все, пока. Вот. Я на кухне 5 минут, дайте мне.